Приветствую вас. Как вы думаете, почему вы боитесь? Вот как вы думаете, откуда страх у вас, собственно, появился? Как вы думаете, чего вы вообще боитесь? То есть, что конкретно вызывает у вас страх? Вот конкретно, что вызывает страх? То есть давайте мы с вами для начала вот просто определимся с этими моментами, да, с моментами о том, чего вы боитесь конкретно. Давайте определимся с этим аспектом. Это важно, очень важно. Я так понимаю и полагаю, что боитесь вы чего-то, что связано с вашей, с отсутствием у вас чувства безопасности. Я так полагаю, что в некотором смысле дело заключается именно в этом. То есть вы не чувствуете себя защищенной. Вы не чувствуете себя защищенной от слова совсем. И вот именно целью вашей, и является как раз таки, вот вашей целью и является как раз таки создание для себя безопасности, создание для себя того уровня безопасности, который вам подошел бы, понимаете? Создание того уровня безопасности, который вам необходим. Вот это нужно сделать вам. То есть страх у вас заключается в том, что вы не чувствуете себя безопасно. Для этого нужно предпринять что-то, чтобы вы знали, что можете себя в случае чего защитить. Вот. Значит, ну, понятно, что при работе со страхами есть достаточно много способов работы со страхом, да? Вот, это могут быть и методы поведенческой терапии, это могут быть методы и терапии логотерапии, то есть, ну, терапия логотерапия Франкла, например, с его парадоксальной интенцией. Вот, то есть это то, что также можно и нужно, значит, ну, это то, с чем нужно работать. Опять же, да, вам, вот. Ну, ведь опять же, вопрос заключается в том, что вам подходит. То есть, вопрос заключается в том, чтобы подобрать для вас, именно ту, ну, методику, которая подходит, которая подошла бы вам. Вот. На мой взгляд, так можно ответить. Что я могу порекомендовать вам сейчас? Значит, во-первых, ничего не
нужно побороть, нужно наоборот раскрыть свой страх и пропустить его через себя, то есть не бороться с ним, бороться со страхом не нужно. Вот. Второе, это, ну, второе, что необходимо сделать, это вот спросить себя, вот, допустим, произойдет то, чего я боюсь, что я буду делать дальше? Да. Вот. Ну, вот это случилось, что я буду делать? И вести себя, собственно, так, вести себя, так, ну, как будто это уже случилось. Вам нужно. Другой вопрос заключается в том, да, что подходит именно вам. Это очень важный момент. Очень важный момент использовать именно то, что подходит для вас конкретно. Вот. Понимаете? Вот это вот, в принципе, такая вот история. Ага. Так мне видится данная ситуация, данная история. Вот, в принципе, и все, что можно вам сказать. Ну, то, что вам можно ответить. То, что можно до вас донести. Вот. Вполне возможно, что та ситуация, в которой вы оказались, она как бы вывела вас из привычной зоны комфорта. Вот. Но никаких выводов вы для себя не сделали, то есть вы для себя ничего не поменяли. Если не делать ничего, да, если вот ничего не делать, ну, например, с этой историей, то есть если не делать никаких выводов, да, если никак ничего не менять, вот, то и не изменится ничего, вот. Поэтому мне думается, что вам необходимо вывести для себя, что конкретно требует от вас сейчас эта ситуация, какие конкретно действия вам нужно принимать, потому что ваш страх, он свидетельствует о том, что вы не защищены. Вот. И естественно, вам нужно приложить усилия для того, чтобы себя защитить. Это нормально абсолютно. Ну, нормальная история абсолютно. Вот. А не просто побороть страх. Потому что когда людей там, например, грабят, или когда с ними что-то происходит, они предпринимают какие-то действия, чтобы защититься. Вот. В вашем случае речь может идти, в частности, о владении навыков самозащиты, например, да. О более лучшем владении своим телом, к примеру. Вот. Если можно, конечно, так выразиться, ну, чтобы вы лучше владели собой, лучше владели своим телом, вот, и так далее.
То есть это вот такая история, и мне кажется, что ни в коем случае нельзя так вот, ну, так просто вот к этому относиться. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам выбрать себе эксперта и поработать со своим раком более, так сказать, превентивно. Сами увидите, как от этого вам будет только лишь польза. Всего вам самого доброго.